время именно правили миром, они настолько восприняли божества других народов, и этот сон богов у них был настолько велик, что они даже ставили жертвенник, на котором написали «жертвенник неведомому Богу». То есть если какого-то мы Бога забыли, вот ему жертва. Иудаизм дошел до крайности духовно. Иудеи почитали закон Моисея. Говорят другими словами назад в средневековье, да? Исцеление или толкование.